Трасса 101. Приветствую в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. За последние 10 дней на дорогах Кировской области инспекторы ДПС выявили более 500 автомобилей с излишне затемненными стеклами. Все нарушители, по данным ГИБДД, были привлечены к ответственности. Штраф за глухую тонировку, напомню, составляет 500 рублей. Если пленку не снять и попасться снова, то можно пойти по статье 19.3 КОАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». А это уже более серьезное наказание, включая арест и обязательные работы. Трасса 101. С наступлением мая для водителей начнет действовать увеличенный с 1000 до 5000 рублей штраф за нарушения, связанные с пересечением железнодорожных путей. Это и выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, пересечение путей вне переезда. Останется и альтернативное наказание в виде лишения прав на срок от 3 до 6 месяцев. Оплата взыскания с 50% скидкой будет невозможна. Трасса 101. Полтора года плюс еще два и еще. Конституционный суд вынес определение, согласно которому складывать сроки лишения прав за управление авто в нетрезвом виде правомерно. Рассматривался конкретный случай. Еще в 2013 году за неоднократную пьянку за рулем у гражданина отобрали права на 7,5 лет. Летом 2020-го срок лишения закончился, после чего нарушитель снова ушел в загул. Трасса 101. В 2030 году в нашей стране может вступить в силу закон, обязывающий автопроизводителей выпускать определенный процент электромобилей, а также машин, работающих на сжиженном природном газе и даже на водороде. Государство собирается поддерживать данное направление. Как именно, пока не сообщается. При этом ставка будет сделана на отечественные технологии. Например, это относится к производству литий-ионных аккумуляторов. Трасса 101. Компания Renault показала новый бюджетный седан «Талиант». Машина, представляющая собой перелицованный «Логан», сделана на платформе, которая ляжет в основу всех будущих моделей Renault и «Лада» в нашей стране. Оснащается машина однолитровым бензиновым мотором с наддувом либо без. Мощность от 65 до 100 лошадиных сил. Кроме того, не исключено появление полуторалитрового турбодизеля мощностью 110 лошадиных сил. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.